Мир вам, дорогие мои родные, друзья и все гости моего канала. Как старая поговорка гласит, аппетит приходит во время еды. Так вот, после нашего первого дня, который мы провели вместе с детьми на море, и наша первая крабалка, которая была очень удачная для нас, это нас вдохновило, чтобы спустя еще пару дней мы все дружно опять поехали на море для того, чтобы нам вновь опять половить крабов. У нас добавилась еще дочь одна, Вика, участник. И вот как мы ловили крабов, как мои девочки очень умело орудовали, как самими удочками управлялись, также работали с сачком, потому что только на первый взгляд вроде бы это все просто, но во всем этом должна быть сноровка и особое умение, которое как раз-то у моих девочек у всех приехали есть. Мы опять пытаемся так, ну-ка. Вика, есть кто-то там? Ефрем, ну-ка посмотри, Ефрем, посмотри на меня. Ефрем, чё? Так, крути, Вика, крути, так, смотрим. Ага, нету, так, нету, ну что такое? Который раз уже. Стой. Эся, смотри на меня. Как дела? А, слушай, слушай, слушай. Подожди. Надо подождать. Тихо, тихо. Вика, тихонько. Так, ну-ка. О, дядя тянет рыбу. Смотри, стой. О, а эта удочка, леска наша, вот она. Провисла. Все, это... Ну? Да потому что он спит, сидит. Тихо, тихо, тихо. Леся, крути. Вот здесь смотри леску как. Это он тащит. Ее не подкрутить, ее надо вытаскивать. Ну что, Дина, ну-ка зари на меня. Вот они мои. Эся, не торопись, сильно быстро не тяни. Потихонечку тяни. Потому что сильно быстро он бросит от страха и убежит. Так, ну-ка. Смотрим. Смотрим. Смотри, он вот здесь. Вон, видишь, он с правой стороны вот здесь тянется. Так, о, вот здесь он где-то под носом. Вот он. Во-во. Тихо, тихо. Эся, да, да, тихонько. Дина, не тянись далеко за ним. Во-во-во-во, вот так. Во, поднимай. Поднимай, тихо, тихо, поднимай. Сюда, Эся, Эся, сюда, сюда ближе. Сюда ближе. Небо. Дина, не тянись за ним далеко. Эся. Эся, Эся, на себя удочку подтяни, на себя. Тихо, тихо, стой. Тихо, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тихо, поднимай выше, выше его. О, вот так. О, во. Да разве один и кто-то уйдет? Вика, Вика, смотри. Так, тихонько. Эся, бери, закидывай подальше. Ну-ка, ну-ка, опускай. Тихо, Вика, бери эту тяни удочку. Вот так, вот так. Да, Эся, подальше кидай, кидай, кидай. Вот так. Есть заброс. Не, он, это он сидит здесь. Он, я вижу, как он тянется. Вика, крути, не останавливайся. Ты вот здесь леску сейчас порежешь. Отойди сюда. Крути, чтобы леска вот это не шоркалась. Так, Эся, бери решет. Там тоже на этой сидит. Крути, крути. Ну-ка, удочка вот здесь. Крути, 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 крути. Вика, крути, Вика, крути. Так, наша Дианка. Тихо, тихо. Ты так напугаешь крабов, осторожно. Ну да, вода. Опускай, опускай воду, поставь. Я крабам дал кушать. Ты дал крабам кушать? А что ты им дал кушать? Стой, 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 стой. Стой, тихо. Эся, не торопись. Я не тороплюсь. Ну-ка.
мои красавицы. Ну-ка, стоп, где он? Так, тихо, не торопись. Крути, чуть-чуть подкрути еще, Вика. Вот так, раз, вот он. Тихо, стой. Эстер, не тянись за ним. Она уже может его... О, вот так. Вот он, ну-ка. Вон он. Нормальный. А ну-ка. Давайте, ну-ка. Тут тоже вытаскивайте. Подожди. Давай, сейчас. Ну-ка, давай. О, ну нормальный крабик. Нормальный. Стой. Ты возьми. О-о. Дина, ну-ка возьми его. Подкручивай еще. Отойди в сторонку. Ну-ка. Дина. Ну, бери. У него... Смотри, чтобы он только тебе не хватанул. Он раздражает, я его люблю. Что, большой папа? Ну, такой. Посмотри, он нормальный, в лес, средненький. Он маленький. Так. Средненький. Ты давай подкручивай, чтобы леска была. Так, Дина, Эся, что там? Вот, сидит? Дина, сидит, есть там. Есть тоже, видно, натяжка. Сейчас посмотрим. Ну-ка. О, посмотри, о, смотри, видел? Как он переворачивается. Ну, решил. Смотри, какой он, видишь? Смотри, он какой, а? Ты видела, его только взяла ведро, сразу. Ведро. Я открою. Опа, не торопитесь. О, это хорошенький. Выше, еще подкручивай, выше. Подкручивай выше, стой, выше подкручивай. Стой, Дина, не торопись. Дина, ты его сейчас чуть, ты увидела, ты его стукнула это. Это мазаль, что он не убежал. Мазальтов. О, этот хороший. Давай, аккуратно. Это хороший. Тихо. Оба. Ефрем, смотри на меня. О, буре. Тихо. Ефрем. Лови. Опа. Ефрем, убери пальцы. Смотри, чтобы он только не укусил. Все, Ефрем, открывай. Молодец. Ну-ка, давай. Я тебя снимаю. Кидай. Внимание. Так, кидай прямо перед собой. И не забудь отпустить леску, потому что... Давай. Ну-ка. О. Оба. Кинула, да не туда. Ладно, подожди. Вот так. Поставь туда удочку и там натяни ее, и пусть она стоит там. Вот так. Все, опускай вниз. Опускай. Пойдет. Так. Че? Во. Ты куда закинула? Прямо туда или туда далеко? Молодец, посмотри. О, здесь кто-то должен быть.